Так, вчера, значит, мы на тренажерах, а сегодня уже по-настоящему. Денечка вам добрейшего, ребята. Полетели. Ребятушки, приветушки, мчу Панкадевичу в Мечково. По плану сегодня поставить выкушечку-кушечку в Рыжольду, запустить все, проверить и выгнать ее с бокса. Заниматься дальше уже, наверное, Машиной четыркой. Продолжаем наше путешествие ввиду преследования с нарушением скоростного режима Мазду. Наверняка она уже не на роторе, на каком-то ссаном Жизете. Ну да ладно. Короче, такие дела. Синяя Мазда. По существу расскажу. Заскочил в самый силовой магазин Гранд, купил болтов каленых высокой, особо силовой прочности, чтобы прикрутить маховик. Купил масло, купил фильтр, 2 штуки. Концентрат. По итогу план такой. Сейчас 6 часов, ехать мне еще минут 30-40 до Мечкова. Пока там расшатался, разболтался, в 7 начну. План сегодня поставить мотор, коробку, залить все, прикрутить все, запустить. Вечерний кружок, начинающий сваппер. Открывает свою работу с 8 часов. Вот первый страдалец, мученик. Наполировывает здесь. Что ты наполировываешь? Шпакли кинул, герметика покрасил, все. А здесь выкушка-пушка на своем месте. Сейчас опору коробки прикручу и все, можно мчать практически. Докладываю. Поехал я домой. Время 11 часов 24 минуты. Пора бы поспать. Лучше раньше встану завтра. Раньше приеду и доковыряю Рыжольду. Провода прокину.